Я подъехала к стадиону, там уже собираются фанаты. Матч, боже. Ситуация здесь довольно опасна, особенно учитывая, как я выгляжу. Ну, я, во-первых, девочка, я там ни одной женщины не видела. Во-вторых, я блондинка и, ну, вообще совершенно абсолютно никак не похожа на местную. О, это я. Жду, когда на матч приеду каким-то. Я сейчас иду перекусить недалеко от стадиона и подумать, что вообще дальше делать. Познакомилась в баре с ребятами. If you want. Окей. Я в сопровождении Дипози. Нашла способ, как проникнуть на стадион. Просят, чтобы их лица в камеру не попадали. Идут сейчас, шутят, что попадут в русы телевизоры. Ну, я им, конечно, сообщила, что я русский журналист. Мамма мия! Атлети Адзури, ребята! Я сейчас попробую купить билет. Ребята, я не попаду на матч, потому что все билеты проданы. We went for a city trip to Milan together. Yesterday went to Inter Genoa and we would like to see the match, but the tickets are sold out. Sold out. No билеты. Пустила скупую слезу. Ажиотаж пипец на матч. Because it's the last match of the year. Ну хоть шарфик увезу. Мария? Мария. For you? This for your family? This for boyfriend? This for black and white? Yeah! Now, okay. Look now, no, come on. Incredible, eh? Incredible, right. По-русски? Russian. Привет, как дела? Вы знаете русский? С Украины? Очевидно, что я не местная. Англичанка не очень похожа. Да уж. Ну ладно. Grazie mille, ciao. Yes, thank you, bye-bye. Bye-bye. See you. Ciao, Maria. Ciao. Ох уж эти девчонки. Стадион, правда, очень маленький, но я его не увижу. Спасибо ребятишкам, которые сделали мое пребывание у стадиона максимально безопасным. Учитывая размеры населения Бергамо, половина болельщиков Аталанты знает теперь, что я неадекватная. Я могла быть сейчас там. Но, как известно, лохи не попадают на стадионы. Но матч я все-таки посмотрю. Вот здесь. Чао. Zero, zero. Боже, храни SkySports. Да, талант.